Итак, загруженный документ был проверен сервисом WebMoney. И теперь мы видим, что на странице настроек окошко с предупреждением исчезло. Также я настроил все кошельки. Как было показано на примере VNZ кошелька, было отправлено SMS на мой номер сотового телефона. И код подтверждения я вбил в форме, и кошелек автоматически активировался. Это действие я произвел со всеми кошельками. И теперь мы можем посмотреть состояние оплаты у нас в личном кабинете. Что мы видим? Способ оплаты с помощью WebMoney у нас стал доступен. Остальные способы без аттестата невозможны. Это мы можем увидеть здесь. Например, для того, чтобы подключить Яндекс, нам говорится, что нужно получить персональный аттестат и в личном кабинете установить, чтобы деньги попадали к нам на личный счет, а не сразу на наш кошелек WebMoney. Только в таком случае все эти способы будут доступны для вас. Поэтому на будущее я рекомендую вам все же получить персональный аттестат. Но начать торговлю вы можете и с формальным аттестатом. И у вас будут доступны все валюты WebMoney. На этом настройки с формальным аттестатом завершены. С персональным аттестатом трудностей вообще никаких не возникнет, поэтому смело, если у вас есть на то возможность, вы можете получить персональный аттестат в центре аттестации номер 1. Для этого вы пройдете на WebMoney. Авторизуетесь. Попадете на страницу списка регистраторов. И здесь мы должны найти аттестат. Вот, центр аттестации номер 1. Именно здесь я получал свой персональный аттестат, для получения которого не нужна личная встреча. Достаточно только лишь нотариально заверить документы и отправить эти документы, заверенные документы, по почте в Москву. Всю подробную информацию вы можете посмотреть в вкладке «Подробнее». Также вы можете задавать в сервис вопросы. И вы должны оплатить $19 непосредственно в WebMoney. Вся эта процедура заняла у меня около месяца, но оно того стоило. Но тем не менее, с формальным аттестатом мы можем делать свой магазин на DigiSeller. И давайте посмотрим, как же мы можем приступить к настройке, к установке нашего магазина. Переходим во вкладку «Мой магазин», XML. Здесь мы видим PHP версия 4.0. Скачиваем себе. Распаковываем. Полученный архив – это и есть ваш готовый магазин. Его вы должны загрузить на свой хостинг. Если у вас его еще нет, вы можете воспользоваться бесплатным хостингом, который я могу порекомендовать, так как он уже мною проверен. И даже на бесплатном тарифе он хорошо работает. Также этот хостинг может предоставить вам домен 3-го уровня. Это значит, что будет выглядеть он примерно так. Например, вы придумаете себе какое-то название. Например, shop. Потом будет написано точка. И еще какие-то непонятные символы. Обычно там есть такие уровни Hall ES. То есть примерно так будет выглядеть бесплатный домен. Но домены недорогие, и поэтому следует сразу же, я думаю, что лучше сразу же купить домен 2-го уровня.
Домен второго уровня выглядит примерно так. То есть нету никаких непонятных символов и точек между вашим именем и дополнительным. Домен второго уровня можно приобрести за малые, относительно малые деньги на сайте 2domains. Вот мы видим, что мы можем купить домен в зоне .ru всего лишь за 99 рублей или $2.85. Так, ну давайте попробуем зарегистрировать, создать аккаунт. Зарегистрировали хостинг и попали в панель управления. Теперь мы должны подтвердить регистрацию. Подтверждаем регистрацию, проходим по ссылке и попадаем в панель выбора тарифного плана. Мы можем выбрать бесплатный, заполнить бесплатный сабдомен, либо если хотим домен второго уровня, то вы можете заказать его здесь, выбрав домен, придумать название, например, вот, domain.com. Мы возьмем бесплатный. Придумываем пароль. Домен доступен. Продолжаем. С первого раза не была правильно введена капча. Пробуем второй раз. Итак, домен создан, хостинг настроен, проходим в управление. Нам нужно узнать данные FTP для того, чтобы передать наш скрипт на хостинг. Так, вот мы зашли во вкладку «Детали» и нашли FTP. Загружать мы будем с помощью программы FileZilla. Ее можно скачать с официального сайта. FileZilla.ru. Скачивайте, устанавливайте. И дальше можно создать в менеджере сайтов новый сайт, либо просто воспользоваться быстрым соединением. Вписываем данные пользователя, имя пользователя, пароль тот, который вы сами задавали, и хост заполняем, вот этот IP-адрес. Никаких пробелов, чтобы здесь не было. Проверим. И здесь. Порт 21. Можно не указывать. По усмотрению. Быстрое соединение. Итак, мы соединились. Файлы, которые установлены
на хостинге можно удалять, если они удалятся. Ага, удалились. Теперь сюда мы будем загружать наш скрипт, который мы скачали с DigiSolar. Так, вот мы его распаковали. И загружаем. Эта процедура займет некоторое время. Итак, мы видим, что файлы загрузились. И вот наш магазин уже в работе. Мы можем добавить новые товары. Заходим для этого в товары, вкладка, список, добавить новый. Здесь мы выбираем в зависимости от того, какой товар вы загружаете. Если это товар с фиксированной стоимостью, постоянно, выбираем товар с фиксированной стоимостью. Дальше мы выбираем, что это за товар. Текст, файл, например, архив. Или уникальный код, который будет создаваться именно самой DigiSolar. Поэтому, если вы продаете, например, пин-коды там для игр, то используйте уникальный текст. Если это какой-то архив, то уникальный файл. Выбираем, где мы будем продавать. Мой магазин. Тут мы можем выбрать под категорию. Добавить под категорию можно во вкладке «Мой магазин». И категория. Придумываем название. Здесь обновляем страницу. И видим новую категорию. Продолжить. Можем выбрать рубли. Комиссия партнеру. Бонус за положительный отзыв. Здесь вводим непосредственно тот товар, который будет передан покупателю. Также мы можем добавить фотографию, изображение. И видеоролик с YouTube. Также мы можем добавить еще товары к этому основному товару. Например, еще два. Добавляются они по очереди. Добавим первый, добавляем второй. Итак, у нас в наличии три товара. Мы можем посмотреть теперь их на магазине. Появилась вкладка «Разные», наш товар, и мы можем его оплатить. Стандартный шаблон DigiSolar выглядит слишком просто, поэтому я предлагаю вам ассортимент уже готовых шаблонов для вашего сайта. Например, вы можете выбрать один из этих шаблонов
для своего магазина. Все эти шаблоны вы можете найти на странице mydigiseller.ru. Мы оказываем бесплатную поддержку нашим покупателям. Вы всегда можете обратиться к нашим консультантам. Оставьте ваше сообщение, и мы постараемся ответить вам в кратчайшие сроки. Вы можете ознакомиться с отзывами наших клиентов, которые уже приобрели и успешно пользуются скриптами Digiseller. Урок закончен. Спасибо за просмотр.